Всем привет, дорогие друзья, с вами Артур. И сегодня мы разберем утилитарные снегоходы марки «Русская механика». Уже всем известные марки «Варяг» и марки «Тайгар». Сегодня у нас представлены двухтактные снегоходы. Данные снегоходы зарекомендовали себя среди любителей зимней техники. Поэтому, я думаю, данный обзор будет полезен для тех, кто хочет приобрести данную марку снегоходов. Начнем наш обзор снегохода «Варяг 550S» и завершим наш обзор снегоходом «Тайга Патруль 551SVT». Это тоже беленький снегоход. Ну что, начнем со снегохода «Варяг 550S». Снегоход имеет телескопическую переднюю подвеску с ходом 150 мм, установленные пластиковые лыжи, довольно крепкие и надежные. Также видим, впереди установлена дополнительная защита. На капоте установлены решетки, чтобы не проникал снег и посторонние предметы, такие как ветки и мусор. Это тоже большой плюс, что уже оснащен вот такими решеточками. Электростартер, а также имеется ручной стартер данного снегохода. Здесь мы видим с вами замочные скважины, переключатель обогащения топлива, подсос и крышка топливного бака. Топливный бак у данного снегохода 40 литров. Переключатель коробки передач, управление подогревами кнопка, а также предохранительная чека. Левая ручка снегохода, на ней переключатель оптики, тормоза и постановка на ручник. Установлен ретроспидометр, который показывает скорость. Также здесь установлены дополнительные таблички информационные, как правильно пользоваться данным снегоходом. А также ветровое стекло, которое защитит водителя от ветра и снегопада. Также здесь вот улучшили у данных моделей снегоходов подсос воздуха именно вот через такие решеточки, куда уже не будет попадать снег, и тем самым надежнее будет работать двигатель. То есть обратите внимание именно на вот эти нюансы. Через вот эти вот окошечки как раз поступает забор воздуха. Сам капот оформлен уже антипригарным покрытием в том месте, где проходит именно система выхлопа, то есть глушитель. Здесь мы видим выхлопная труба, глушитель, видим два карбюратора Микуни, двухцилиндровый двигатель мощностью 54 лошадиные силы. Находится коробка передач, которая имеет повышенную, пониженную заднюю скорость и нейтральную передачу. Видим гидравлические тормоза установлены. Так выглядит тормозной диск и доступ к вариатору. Вот он, ремень вариатора находится. В принципе, очень удобно и практично для выполнения ремонтных работ данного снегохода. Сейчас мы с вами посмотрим, как выглядит у нас пространство под сиденьем. В принципе, есть место, куда положить инструмент. Здесь закрепляется аккумулятор данного снегохода. Идет в комплекте также ключи. Свечной ключ в комплекте идет и вот такой кожух защитный для аккумулятора, чтобы влага на него не попадала. В принципе, все предусмотрено. Нормально сделано. Установлена уже спинка в данных моделях для пассажира плюс ручки. Есть за что держаться, поэтому тоже довольно удобно. Здесь также имеется доступ для крепления кофра, либо закрепления каких-то рюкзаков. Вот, в общем, как багажное отделение. И, в принципе, удобная ручка, чтобы можно было приподнять и выдернуть снегоход из снежного заноса. Вот. Также установлен крюк фаркопа для закрепления саней, либо снегоходного прицепа для перебуксировки каких-либо грузов, либо буксировки другого снегохода. Тоже значительный плюс данной техники. Так, грунтозацеп снегохода «Варяг 550S» 2 см 2 мм. Вот так вот можете посмотреть сейчас. Ширина гусеницы 50 см. Склизовая подвеска с одним амортизатором. Посмотрели с вами модель снегохода «Варяг 550S», которая имеет 54 лошадиные силы, двухцилиндровый двигатель, воздушное охлаждение и общая масса 280 кг. Технические характеристики данного снегохода: 54 лошадиные силы, телескопическая подвеска, воздушное охлаждение,
ширина гусеницы 50 мм, вес 280 кг данного снегохода. Телескопическая передняя подвеска, кода 150 мм, аналогично установлены пластиковые лыжи. Двигатель, в принципе, установлен тот же самый, имеет 54 лошадиных силы, 2 карбюратора, вот здесь вот видно 90. Коробка передач, которая имеет повышенную, пониженную, заднюю и нейтральную скорость. Еще одно отличие от снегохода 550S. В данной модели установлен канадский вариатор CVTech, обеспечивает плавное движение снегохода на низких скоростях при ускорении, позволяет развивать более высокую скорость, не увеличивая расход топлива, а точно дозируя мощность. Гидравлические тормоза, два карбюратора Микуни японских, здесь установлен выпуск выхлопных газов. Довольно качественно все собрано. Топ-сигнал, паркоп. Здесь даже вот для примера установлен кофр. Грунтозацеп 3 см 2 мм. Подвеска вообще сделана намного усиленней. Хорошо амортизирует. Установлены два амортизатора с пружиной, что довольно удобно. Вот это более улучшенная модель, улучшенная по подвеске, которая будет значительно мягче, чем у Варяг 550S. А сейчас перейдем к заключительной нашей модельке. Это снегоход Тайга Патруль 551 СВТ. Тайга Патруль 551 СВТ. Снегоход, который в основном используют все службы, МЧС. Лыжи, в принципе, установлены все одного типа на данных снегоходах. Приборное табло, как и у снегохода Варяг 550В. Также ручки с подогревом установлены и бак 40 литров. В принципе, здесь ничего не изменилось. Изменилось, конечно, под капотом. Тайга Патруль 551 СВТ. Вот так выглядит двухтактный двигатель, который имеет два цилиндра и мощность 60 лошадиных сил, а также водяное охлаждение. Как раз наблюдается здесь бачок с антифризом. В данный бачок заливается двухтактное масло. Выпускная система глушитель, защитная поверхность антипригарная, чтобы не пострадал пластик. На капоте аналогичная, видим, установка дополнительной защиты. Маленечко дизайн коробочки изменился, также гидравлический тормоз, диск из данного снегохода уже с проточками, что дополнительно улучшает тормозную систему. Хороший доступ к вариатору, к ремонтной базе снегохода, также два карбюратора Микуни, как я и говорил. Конечно, данная модель двигателя, она более мощная, выдает в среднем 60 лошадиных сил. Эта модель также предусматривает гусеницу шириной 60 мм и, в принципе, довольно хорошую подвеску данного снегохода. Сплошное сиденье, также сделана дополнительная спинка для пассажира с удобной ручкой, все это крепится к раме снегохода. И очень удобно все открывается, в принципе. Вот так выглядит доступ к багажному отделению. Здесь установлен аккумулятор в снегоходе. Есть комплект ключей. Ширина гусеницы 60 см, грунтозацепом 2 см 2 мм. Масса 320 кг, да, маленечко потяжелее, чем предыдущие модели, за счет того, что двигатель у него с водяным охлаждением. И ширина гусеницы у данного снегохода выше, чем у других моделей. Дорогие друзья, на этом наш обзор подходит к концу. Сегодня с нами были три снегохода марки «Русская механика», «Варяг 550S», «Варяг 550V» и «Тайга Патруль 551 СВТ». Все эти снегоходы тоже отличаются по цене. Все эти цены вы также можете посмотреть на официальном сайте «Русская механика». Спасибо за внимание. До свидания.